Because this is the Bible. Она спасет многих людей. That will save many people. Она спасла меня. That saved me. Кого еще Библия спасла? Who else did the Bible save? Подними руку. Тубиха. Смелый. Thank you. Спасибо. Поэтому Иисус Христос сказал, and this is why Jesus Christ, что Он придет на эту землю, that he will come upon this land, и Он будет искать, and he will seek, Он не будет искать твои деньги, and he will not seek your money, твою машину, your car, Он будет искать веру, but he will look for faith. Послушайте внимательно. Listen carefully. Мы нашим детям дали все. We gave our kids everything. Но мы забыли дать им веру. But we forgot to give them faith. Потому что придет тяжелая ситуация. Because we'll come upon us difficult times. И Библия говорит, and the Bible says, что всякий человек, that all men, только своей, just with themselves, верой жив будет. We'll be faithful. Yeah. Поэтому послушай внимательно. Listen carefully. Мы принесли сюда Библию. We brought here the Bible. И мы будем сегодня говорить с этой книги. And we will be preaching out of this book today. И если ты сегодня виновен, and if you today guilty, are guilty, скажи, Господи, say God, прости меня, forgive me, войди в мою жизнь, come into my life, измени меня, change me. Сегодня будем молиться. Today we are gonna pray. Мы будем иметь короткий месседж. We have a short message. И будем совершать много молитв. And we will have many prayers. Поэтому я хочу помолиться прямо сейчас. And that's why I want to pray right now. Открыть этот сервис. To open this service. Молитвой в небо. With prayer to heaven. И пригласить великого учителя. And to call upon the great teacher. Которому есть имя Дух Святой. Which name is the Holy Spirit. Он может помочь тебе. That will help you. Он может простить тебя. That will forgive you. Он может дать тебе новую жизнь. That will give you a new life. Только Он. Only He. Потому что Он живой. Because He is living. И всемогущий. And Almighty. После этой молитвы. And after this prayer. Если ты голодный. And if you are hungry. У нас есть чизбургер. We have cheeseburgers. У нас есть вода. We have water. Мы готовы дать тебе бесплатно. We are here to give it to you freely. Потому что мы любим тебя. Because we love you. И мы пришли послужить тебе. And we come to serve you today. Не только этой естественной пищей. Not with just this physical food. Но Бог будет дать тебе духовную пищу. But with this spiritual food as well. Потому что твоя душа. Because your heart, your soul. Она нуждается в Боге, ребята. It wants God. Нуждается в Боге. It desires God. Я верю в это. I believe this. Давайте помолимся.